чел современный и геймер реальный. Виснешь часами в сетях социальных. Как же там новым не сбить тебя с толку? Чуть устарел, а меняешь недолго. Здесь есть девайсы по ценам приличным. Можно писать в них в паблик и в личку. Не важно, ты чикса, а может пацан. Все покупаем в ломбарде Титан. В ломбарде Титан. Страстного любителя пива задержали сотрудники частного охранного предприятия на улице Комсомольской. Подросток приехал в Киров из Орлова развлечься, но развлечение получилось, мягко говоря, странным. Молодой человек выбил стекло в кафе и попытался вытащить оттуда упаковку пива. На месте задержания побывал наш корреспондент Павел Москвин. На пульт охраны поступил сигнал о проникновении в кафе. Через 2 минуты подъехал наряд. Оказалось, что внутри подросток, который не хотел выходить. Я его выманил в двери и достал его оттуда. Он-то что говорил? Ну, как он там оказался? Он ничего не говорил. 17-летний Александр признался, что он из Орлова приехал в Киров, чтобы якобы посмотреть на достопримечательности города. Александр, мама, папа, где у тебя? Нет, сирота я уже полный, че, дай подняться-то уже. Задолбал я уже сидеть-то, дайте подняться-то. Можно, нет? Да как я стану-то, дай подняться-то, помоги. Спасибо. По словам Александра, ночью он гулял, и ему захотелось попить. Увидел кафе, но дверь была закрыта. Да, залез. Еще что-то хотите? Какой абсолютно хотели? Да пиво захотел, че. Еще что-то хотите? Штраф выплачу. За окно заплачу. Еще что хотите? Да и так по мелочи, что заплачу. Что еще хотите от меня? Отвезите меня только в Орлов, я спать лягу, да и все нормально. Подросток воспрял духом и заявил, что решит все проблемы на месте, если с него снимут наручники. Снимайте наручники, короче, с меня. Я сейчас, короче, заплачу за окно, за пиво, за все, что тут есть. Все, давайте. Спасибо большое. Вскоре на место задержания подъехала опергруппа. Подростка увезли в отдел полиции. По фактам проникновения в кафе и попытки вынести пиво проводится проверка. Сергей Пичугин, Павел Москвин, место происшествия.